Всем, вы на канале Семья Савершенко Влог. И это итоги за нашу неделю прошедшую. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Да, и колокольчик не забывайте, чтобы не пропустить новые видео. Да. Ку-ку! 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 Сегодня у нас среда, завтра у нас выходит влог. И... Нет, подожди, люди смотрят это видео в четверг. Угу. Так что говоришь, что сегодня четверг, сегодня выходит влог. Хорошо. Сегодня четверг, сегодня выходит влог. За эту неделю мы не так много делали видео, так как решали, какие вопросы, связанные с финансами, у нас заблокировали карту Сбербанк. Кстати, у кого Сбербанк, да, Паша, напишите, и часто ли у вас Сбербанк блокирует ваши карты и счета. Нет, смотри давай на камеру, потом вот мы с тобой поговорим. И такая как бы неделя напряженная была в плане поиска денег, потому что нам платить в эту неделю за дом. И также у нас еще... Не надо, плачь, Макс, ты не слышишь? Выключи пока. Да нормально, все, это же жизнь. Нет, выключи, пока Макс уже плачет. Но Максик уже не плачет. Да, Максик, ты же не плачешь. Иди. С лимоном. И чё? Мы, короче, подошли, и они что такие, так, ну-ка, что ты там открыл дверь? Ну-ка, да, я подойду, посмотрю. Да? Ждут такие стадии. Ну, есть ленькие, да. Смотри, инстинкт. Наши тоже две дети подбежали, слышишь, смотри. Да. Все. Ну, тоже инстинкт посмотреть. Ну-ка, вот этот главный смотрит. Ну-ка, чё кого там? Ну, чё главный. Кого? Сейчас Марина решила им что-то дать поесть. Верблюды тоже засмотрели. Вот. И Макс просто хотел покушать, а мы снимаем тут видео. Мы с Вазенькой снимем и пойдем. Вот. И у нас еще обнаружили швы. Вот, швы. Ну не у нас. А, у детей, у детей, да. У детей старших. Но мы быстро их купировали, в принципе, вчера это, да, произошло. Да, мы сегодня уже всех убрали. Сегодня уже ничего нету, да. Мы еще обработали там специальным средством, так что я думаю, мы достаточно рано заметили, то есть на, как бы, на первой стадии. Сейчас вроде бы все перестирали, все помыли, все, я думаю, то есть... То есть, если у вас тоже такое было... Два дня их чешем, обрабатываем. Я хочу их подстричь, они не соглашаются, поэтому... Если у вас тоже что-то такое было с этой историей, напишите, как вы с этим справились, сколько это вас мучило. Сопка. Сохнут. Сопка. А сопка. Сидим вот. Во дворе, пережидаем жару. Слушаем белье. Стирка, большая стирка. Да, Макс? Стирка? 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 В общем, кадр у нас за эту неделю, наверное, только Максик. Купались мы в море всего пару раз. Ну и все, сейчас все выздоровеем, все будет хорошо, и снова начнется нормальная размеренная жизнь. Сейчас за дом заплатили, все вопросы решили. Дальше продолжаем образование. Мы здесь сегодня учились, занимались, делали математику, там примеры решали. Я уже говорила, что мы занимаемся по системе Рюта Кавашима. Это японский автор, который, ну, очень интересно работает с методиками развития мозга на любой стадии. Говорит, даже можно Альцгеймера вылечить. Ну, и Макс пошел гулять, да. Играть. Вот, а еще же сегодня, еще на этой неделе у нас был мастер-класс по YouTube. А, да, кстати, провели мы в Дахабе мастер-класс. Тоже можно частичку ставить, да? Да, можно. Вот так вот нас Макс везет. Мы подвижной состав сзади. Люди еще хотят, потому что мало кто присутствовал, все забыли, короче. Потом мне после этого еще человек опять написали, что они забыли.
Вот. Потом еще писали эти люди, которые... Два мастер-класса, получается, ты провел. Ты провел онлайн и офлайн. Да, не прилетели, которые еще тоже хотят. В общем... Да. И познакомились с астропсихологом Андреем... Чистяковым. Чистяковым. Вот. Они из Украины. Да, и он нам там прочитал карту. Да, они с женой очень давно занимаются астропсихологией. И он, мы с ним встретились, и он лично нам разобрал нашу карту по дате рождения. Очень интересно было послушать, к чему мы предрасположены, в чем наши слабые стороны, в чем наши сильные стороны, детей посмотрел. Ну, такой вывод интересный, на самом деле. Да, тоже вот часть видео можно лично да. Я не хотела бы вставлять. Ну, часть, что мы сидим там и что-то ну, говорим. Ну, да, может быть. Все? На канале «Семья Саверченко Влог», и сегодня у нас очень интересный день. Меня пригласили на встречу с известным астрологом. Сейчас очень встреча начнется, и он придет и все расскажет, как его зовут и так далее. Мы просили просто приехать снять, я как бы не в курсе был, но вот у вас есть возможность посмотреть интервью, можно так сказать, с каким-то известным астрологом. То есть всю информацию я выложу, а также его социальные сети, все здесь. Сегодня, значит, в Дахабе вот будет проходить в кафе Джейкис все это дело. Это на Лайте, то есть это район Лайта. Вот так вот выглядит это кафе. Непосредственно сейчас мы пройдем к морю, можно будет наблюдать море прямо со столиков. То есть здесь играет приятная музычка, не знаю, забанит, не забанит за YouTube. Ну вот он, этот наш лайт, да, то есть это такое место. Видите, там сильные волны, сильный ветер, а здесь более-менее нормально, то есть практически волн нет. Особенно вон там, в начале лайта, там вообще волн нету. Поэтому вот такое вот прекрасное место, так что можете... Приезжать на хаб, приходить разные вот эти вот ЦКПшки, Джейкис, и постоянно всякие интересные мероприятия устраиваются. Сейчас будет, в общем, интересно. Он показывает на грязную банку, говорит, кок. Нет, он показывает мне на... Кока-кола. Пока. А вообще полное интервью у нас на канале уже выходило, если вы еще не видели, с Андреем Чистяковым. Он немножко рассказывает о своей школе, о том, как он пришел к астропсихологии. Можете посмотреть, может быть, я ссылку под видео ставлю, и там будет информация. Ну все, встретимся на следующей неделе. Она наверняка напишет под этим видео, что вы какие-то уставшие, замученные. Есть немного сегодня, мы немножко уставшие и замученные, это правда. Но вообще в целом все оптимистично и хорошо, потому что все вопросы решились. И сейчас, знаете, такой... Вот такое скажи вот пока, состояние. Макс. И нормально, будем жить дальше, весело. И следующая неделя, думаю, бодренько пройдет. Так что подписывайтесь, ставьте лайки и пока. Смотрите на YouTube. А, так, вот подоили верблюда. А, окей. Okay. Мне наливают чуть-чуть. А, тепленько, наверное. Окей. А, тепленько? I try a little bit. Yeah, yeah. И сейчас я попробую молоко от верблюда. Камель. Попробуй сюда зрителям-то покажи. Yeah, this is all clean with you. Good, good this thing. Yeah, yeah, drink it. Пробуй. Yeah, drink it. Пробуй, ну, попробуй, да, yeah, да. Yeah, yeah. Ну, пробуй. Вкусно? Говорят, очень полезно для... для живота. Нормально, думаешь? Для живота. Пробуй. О, не проблем, на комедии. Для живота очень полезно. Как он? Вон этих верблюдов, которые мы сейчас покормили. Ял. Good, look with me after, later. Drink it. It's special, you know. Yeah, but this is good. Специальный вкус такой. Make it clean with all stomach. Али говорит, что это молоко очень полезно для желудка, для кишечника. Да, очень вкусно. Паш, зрители.